что, наш день заканчивается, все елки, мне кажется, которые, возможно, завтра еще одна, сижу не на работу колхозная, но это уже так мелочи жизни. И потом Новый год. Сейчас покажу, сколько здесь у меня пряников. Доделываю все, завтра последнее приготовление, и все, буду раздавать. И высплюсь, и 30-го у нас такой семейный поход в развлекательный центр куда-нибудь, не знаю еще куда точно. Ну, в общем, по плану посмотрим, что захочется детям. Краски завтра доделаю, палитры. Так, три кота. Такие вот варежки, которые были вместе теплее, но заказали с надписью «Счастье в новом году». Такая вот елочка, я ее уже упаковала в упаковочную пленку. Здесь подложка для торта маленькая. Вот. Это пряники для примера, которые я делала. Они остаются, будут подарками. С ними ничего не случилось, они все в пакетиках, поэтому я буду их дарить. А так, вот такие вот варежки вместе теплее, набор со снеговичком, со снежинками. Вот такие вот варежки с оленем, посеребрённой такой снежинкой. Вот, что здесь еще? Еще. Вот палитры заготовки. И здесь вот все, что пооставалось. Вот, сейчас все это сохнет, завтра буду немного кистью работать. Это Дед Мороз. Как вы уже поняли, со свинкой. Все, завтра уже допишу, когда все высохнет. Так, Антошка собрался на колхозную елку. Афонька тоже в костюме. Афонь, ты где? Yeah.
да, вот это конфеты, которые с колхозной елки. Такая коробочка. И здесь даже еще дети не все высыпали. Здесь еще были киндеры. Они сразу, естественно, все пооткрывали. Вот тут какие-то игрушки попались. И что еще были? Чупа-чупсы. В общем, дети очень счастливы. Конфеты в этом году вообще супер-пупер. Очень довольны. Они тут уже все разглядеть им надо было. Я тут уже заканчиваю упаковывать прянички. Осталось еще 7 пряников сделать. Один наборчик. И все будет готово. Вот. Вот этот, конечно, милаха мне очень нравится. Лучшей подруге в Новый год. Такой он очень здоровский пряник получился. Свинки. Дедушка Мороз со свинкой. Здесь еще игрушки. Будем сейчас играть, да, Коля? Будем играть? Коля понял, как играть. Да, давай я буду кидать, давай. Он встает, это даже рассматривает, все трогает. Давай будем сейчас вот сюда кидать. Кить. Ой, не падает. Все падает, падает, бабушка, все нормально. Кто там, домик? Ку-ку! Прячься. Бабуля, привет. Ну все, значит, будем на Новый год, да?